Всем привет! В этом видео давайте с вами разберемся, как добавлять текст в Procreate. В последнем обновлении Procreate у нас появилась наконец-то долгожданная функция добавления текста. Она находится в настройках. Заходим сюда и видим внизу «Добавить текст». Нажимаем клавишу. Вот он наш текст. Сначала выбираем цвет. Перемещая палец по кругу, по цветовому, мы видим, что, соответственно, цвет нашего текста изменяется. Остановились на определенном цвете. Далее у нас выходят вот такие вот настройки. Слева у нас список доступных шрифтов. Также, если нам нужен какой-то определенный шрифт, мы можем импортировать его. Здесь находится кнопка «Импортировать шрифт». Нажимая ее, мы попадаем в такое меню «Шрифты». Оно находится в папке Procreate на iPad, вот здесь. Здесь находятся шрифты, которые я загрузила ранее. Вот их у меня здесь уже достаточно. Если мы хотим загрузить какие-то новые шрифты, то мы воспользуемся программой Dropbox. Заходим в Dropbox. Здесь у нас есть определенные папки, которые мы загружали ранее. Я загружаю обычно на компьютер и после этого перехожу в папку «Шрифты» на моем планшете. Поскольку у меня компьютер с планшетом синхронизированы, то все это происходит очень быстро и очень удобно. Итак, заходим в папку «Шрифты». Здесь у меня находятся шрифты, которые я экспортировала ранее. Я пока не все их перегнала в Procreate, потому что это занимает много времени. Вот давайте выберем какой-нибудь шрифт и загрузим его в Procreate. Ну вот, к примеру, шрифт Hard to Love. Здесь мы справа видим под меню, нажимаем «Экспортировать», выбираем «Скопировать в Procreate», создается ссылка. Далее нам показывается время экспорта. Вот у нас наш шрифт Hard to Love экспортировался в папку Fonts на iPad. Теперь давайте перейдем в Procreate. Выбираем шрифт Hard to Love. Вот он у нас. К сожалению, он на русском языке не работает. Поэтому давайте зайдем в клавиатуру и напишем что-нибудь на английском. Вот. Такой красивый шрифт. Мы можем изменить его размер. Также потестировать вот эти функции. Межстрочный интервал, межбуквенный интервал и так далее. Непрозрачность. Если нужно поменять цвет, то мы опять же заходим сюда и точно так же меняем цвет. Ну, это все. Наш шрифт добавлен.